Там два милиционера, которые танцевали рок-н-ролл, они остановились сейчас с этим, ну, просто посмеяться. Я стоял. А что я в костюме отца, вот в этом белом, был? Что отец, когда живой был, отошел. Отец сказал, всегда ходил в костюме, Гена. Всегда. Тяжело живем на земле мы. Они тоже жаловались. 20 тысяч полиция зарабатывает. Говорит, да ладно, ребят, выживем, а? Выживем, Валя. Выживем. Просто самое необходимое купить сейчас вот всем нам. Вот хватает только на еду и больше ни на что. Да и ладно, живем как лама тибетский. Лама тибетские так живут. Тибете, Шамбала. Покушать и все. Ну, отца белый костюм. Это святое. Одену всегда на праздник, правильно? Как сегодня одел. Весь город ебанулся. Как я вышел, да? Сегодня Пасха. Я как вышел в белом костюме, рок-н-ролл включил там. Ой-ой-ой. Люди с ума сошли. Они думали так жить на земле. Да нет. Полицейский Илья там этот жаловался. Говорит, 20 тысяч всего получаем. Да тоже. И то хорошо, чем я 7 тысяч. Да выживем, Илья. Выживем. Тяжело, конечно. Но уж себе ничего не позволишь. Никакие, Валюш, какие кредиты? Ты что, сумасшедший? Не дай бог. Никому нахуй не нужно это. Все, в рабстве, кабале быть. Выживаем, Илья. Этот вот маленький человек, 98-го года. Жалуешься. Да слава богу, Илья. Да выживем мы. Но 20 тысяч получаешь ты полиции. Ну и что? Главное не воровать. Нахер. И свое не отдать. Чтить отца, как я вот, белый костюм. Да выживем мы. Но не умеем мы не воровать, не умеем этот бизнес делать. Деньги зарабатывать не умеем, как они умеют. Хитрые люди. Ну что ж, я не хитрый. Ну и что? Больно, конечно. На душе. Кричал за это все я. Чтоб было вот это. Демократия и прочее. Горбачева я поддерживал. А получилось, что я ничего не умею. Обманывать людей я точно не умею. Извините, ребят. Не хочу и больше об этом говорить. Да выживем мы все. Ну, тяжело, конечно, тяжело. Тяжело всем вам там, которые встречаются на улице. Покушать нечего, людям голодают. Но я же не мэр, я все сделал.